Улица Лятошинского, 2. 16-этажный панельный дом 1979 года постройки. Двор зеленый, тенистый и чистый. В доме два парадных. Входы в них в удовлетворительном состоянии, оборудованы пандусами и домофонами. У дома есть маленькая и старая детская площадка и большая площадка для парковки машин. Поблизости супермаркет, уютный зеленый сквер, детский сад, школа. Пешеходная доступность и две станции метро – ипподром и Теремки. У дома также есть небольшой торговый центр с отделениями почты и банка, парикмахерской и ресторан. Дом расположен рядом с кольцевой дорогой. Общее состояние удовлетворительное –